Всем привет! Я сегодня с вот этого стула чуть не упал, потому что он весь развалился на. Трубочки у него тоненькие. Вот он у нас сколько, год, наверное, или два продержался, и все. И конец ему, короче, приснился на. Конечно, можно поехать купить новый стул, но прежде чем я поеду покупать новый стул, я хочу попробовать вот эти трубки обратно назад приварить. Сейчас приступлю к разборке. Попробую своим сварочным аппаратом на электродах, если у меня получится, чтобы вот это вот не спалить, а наоборот приварить. Потому что трубки здесь сильно, сильно тонкие. Но я это попробую. Приступая к разборке стула. Не успел верхнюю часть открутить, уже нижняя часть отваливается от него. Выкинуть, конечно, я всегда его смогу, но попробую, вдруг у меня что-нибудь получится. Открутил верхнюю часть. Смотрите, как оно все это тоненько здесь сделано. Сейчас вот так вот покажу. Вот оно все здесь. Вот эта вот часть отвалилась она. Вот тут вот тоже все отошло. Болты могу своими руками открутить. Вот такая вот у нас получилась отталь. Сейчас я хочу попробовать настроить свой аппарат на меньше вольт, чтобы он так сильно не палил на. Сейчас попробую, посмотрим, что у нас получится. Сначала болгаркой шлифану. Немного шлифанул, чтобы электроды цепляли, потому что это краска. Потихонечку.
вдруг у меня это получится. Теперь попробуем сосварить. Посмотрим, как оно выйдет. Вот она и сразу пропаливает. Еще раз. Вот, смотрите, хотя бы тонкая трубка, но со мной большими усилиями получилось мне ее приварить. Пробую еще две стороны. Если мне еще и эту тоненькую получится приварить. Потом я этот стул покрашу обратно, соберу. Можем дальше еще с ним пользоваться. Ну вот такое небольшое видео у меня получилось. Короче, сосварил я. Я думал, у меня не получится, но теперь осталось, как я говорил, шлифануть, покрасить. Можно еще на годик посидеть, наверное. Всем приятного просмотра. Пока.